Что же за красота такая вокруг, а? Просто. Нет ничего с утра лучше, чем утренняя пробежка. Просто. Не, есть еще, конечно, хорошие вещи. Но пробежать тоже в кайф. Возвращаюсь в свой марафон. Спустя 2 недели всяких раскисаний. Но ничего, собрался. Сейчас традиционная горочка. Это, кстати, уже 3-й километр. В следующей сторис поздравляем 3 победителей. Друзья, кто был рядом, но у кого закрытый профиль, либо не был подписан на Ваню и так далее, не надо, не пишите мне. Я максимально непредвзято выбирал людей, потому что мне абсолютно все равно, кто победит. Но мои глаза, это мои глаза и руки. Я перепроверял все по 3 раза. Поэтому победителей поздравляем, остальных не отчаиваться, еще все равно. Я же ближе цифру написал. А почему я не победил? Так, несмотря на то, что опаздываю здесь на встречу ужасно, решил все-таки заехать вот к Жене. Женя тут ответственно всеми делами этими занимается. Нашел самые адекватные вообще цены, ремешочки. Наперед, назад. Еще приобрел вот такую вот решеточку без значковую. В общем, по кайфу. Если кому нужны какие-то тюнячки, друзья, вот здесь вот ссылочку оставляю, так что обращайтесь. Женя вообще максимально шарит здесь за всей историей, там, с пружинами, со всеми.